те предприниматели, у которых объем выручки невысокий, скорее всего, они будут платить налогов меньше. Но предприниматели, у которых выручка больше, будут платить больше. Мы соберем больше налоговых отчислений. Но здесь задача стоит не столько в сборе большей суммы, сколько в справедливости подхода. Мы должны понимать, что этот плюс, который мы соберем, да, он не пойдет на какие-то ненужные растраты государства, а пойдет, опять же, на содержание больниц, детских садов, наше питание нашим деткам, в том числе и выплаты заработных плат нашим медикам и учителям. Тут важно еще сказать, что эта система-то не новая для Приднестровья. По упрощенной системе налогообложения у нас с 2019 года работают более 2000 предпринимателей. То есть опыт у предпринимателей есть, апробация данного налогового режима. Все, кто работал эти вот 2-3 года по упрощенной системе налогообложения, у меня есть отклики, говорят о том, что она удобна, проста, и не требует никаких временных таких особых затрат.